Здравствуйте, 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 приветствую. Мы продолжаем Колесо Фортуны. Серия была, конечно, такая, без звука и тому подобное. Сейчас все чики-бомбони, все заебись. Собственно, правила. Кто не смотрел первую часть, там ссылка в описании, во-первых. Во-вторых, там в правом или в левом углу, в верхнем, подсказка выскочила. Посмотри, там, конечно, блядь, такое, да. Я пытался что-то из этого сделать на монтаже, да, но получилось, что получилось. Прошу прощения за такое, но сейчас все исправно, сейчас все заебись. Собственно, что я хочу сказать вам? Что я хочу сказать? Ну, Саш, поудобнее, приятно пить, ты кушаешь, приятно чипить, кофе пить или пить воды. Саш, поудобнее, давайте пледик обязательно. Приятного просмотра еще раз. А мы начинаем. Собственно, что, крутим? Yes. Подожди, yes, блядь. Также, да, также три оружия, да? Yes. Три оружия. А, блядь, подожди, крутить нахуй. А выбор дисциплины? Айм-карта, паркур с выбывшим оружием. Хэд-энд-сик, ебать, дэм-карта, одна карта один на один и напарники. Что ты выбираешь? Крутим. Хорошо, что ты выбираешь? Ну, я, наверное, давай, ну, как всегда, один, ну, не знаю. Может, давай что-то другое попробуем в этот раз? Ну, смотри сам, выбирай. Айм-карта, паркур, хэд-энд-сик, ДМ и напарники. Ну, давай напарники. Хорошо. Тебе надо, да? Да, теперь я выбираю. Ну, и один на один. Чё, еблан, я выбираю, нахуй. Чё, я... Ты выбрал напарники? Потом я выбираю, и, бля, ебучая Алиса. Ну давай. Ну, блядь, не надо тут, блядь, нахуй это ломать, блядь. Всю, блядь, охуенность. А я выбираю им-карту, мне похуй. А на им-карте мы что, что? А им-карта, ну, типа, блядь, как в прошлый раз. Выбираешь определенное оружие, которое тебе выпадет под эту карту. Идем на им-карту, и все, и ебашимся. То есть, получается, у нас напарники, а им-карта. И сейчас Алиса выбирает. Да нахуй, а ты что думал, блядь? А вот это вот, да. Я рот его. Выбери цифру от 1 до 3. Число 3. Знаешь, что это? Паркур? Нет. Блядь, ёбаная КС, нахуй ты вылетел. Знаешь, что это? Что? Это у нас ДМ. Баток. Да, как тогда, блядь? Ну, блядь, теперь с курочками тебе нахуй, да, вот не надо вот этой хуйней заниматься. Собственно, им карта, ДМ и напарники, ёбаный рот. Ну, ладно. Ты уже прикрутил, получается, да? Угу. Ну, я пойду крутить только, мне похуй. Вообще поебать. Я, конечно, прям вообще хуйня какая-то. Собственно, крутим нахуй. Первое оружие. Что тут для чего? Давай вот сюда возьмем вот это. А блять. Давай им карта вот это, а. Сука. Ну это пизда, ребят. Это я в аху с этого нахуй. Как вот такое возможно? Вот скажи мне, как? Ой, как? Что? Вот так вот. Ну это пизда. Почему, блять? Вот почему? Да. Ну ладно. Я прям написал пол, оружие от 1 до 3, написал вот дисциплины, и у меня прям оружие сошлись, прям, знаешь. Охуенно, блядь. А у меня, видимо, нет, блядь. Ну, короче, ладно. Следующее оружие, блядь. Давай, let's go, блядь. Ну, пожалуйста, дай мне нормальное оружие. Пожалуйста, прошу. Прошу, хорошее оружие. Чтобы было все хорошо. Чтобы все хорошо было. Блядь. Чё за трэш, блядь? Ну, чё это за трэш? Блядь. Ладно. Ну, окей. Следующее, последнее оружие сейчас у меня. Ты охуеешь, что у меня за оружие, я тебе базарю. А вот я есть такой шанс, что может одинаково выпустить? Типа, да, возможно. И тогда играешь... И тогда еще раз прокручиваешь. А, ну да, все за хуя. Бля, ну ладно, хотя бы это нормальное оружие пусть будет. Более-менее. Ну, у меня, собственно, все. Я, собственно, да, выбрал. У меня тоже. Блять, ну... Давай ты первым будешь угадывать. Я в прошлой серии был, блядь, первый, теперь ты нахуй первый. Так, ну давай. Стой, подожди, что у нас первого будет-то? Собственно, первое, что у нас? Вопрос? Ну, вы дисциплина, какая первая будет? А им? Ну давай. ДМ или напарники?
Давай АИМ. Давай, АИМ. Уберемся, потом ДМ и потом нападаем. Давай, так, на сочно, да, самое вкусненькое туда. Да, самое Давай, такое давай. вкусненькое. Блять, как такое возможно, я не знаю, кстати, по оружиям. Ну, сейчас, подожди. Ну, Вот, там вообще я прям выбрал. Давай. сочно. Так, Давай. меньше 30 патронов. Да. Ага. Отлично. Есть прицел? Нет. Ну как, Нет. какой ты имеешь в виду? Типа просто прицел на оружие, он есть. Который, типа, Блин. голографически нету. Ну, зумится, Ну да, время не, не, пропало. нельзя, нельзя, нельзя. Так. Меньше 30 патронов, нету прицела. Это значит, скорее всего, это пистолеты. Так. Какие там еще вопросы получаются? Блять, ну это просто, блять, я в ахуе, блять, за что? Так. Ну, про стоимость это тупо, если я уже понял, что это пистолет. А, Но ты спросил про количество патронов и про прицел. Стоимость, я уже дистанция. понял, что это пистолет. Дистанция это ж хуйня, а? Ну, потому Ну, что в любом дистанцию случае, если запал. хочешь, можешь не задавать. Если хочешь, можешь задать. Ну давай, дистанция средняя. Ну да. Ну, просто там есть те, которые, в принципе, и на дальних. Ой, на ближняк только, по сути. Типа как... Ну, скажу, давай, ну, блядь, ну, да, средний. Ну, типа, со средней я много видел, чтобы с этого оружия убивали в игре. Ну, блядь, что, видно или мы играем задуманно, не то, как мы реально. Задумано? Да. Блядь, ну... Потому что на любом объективе ЦЗшка, она вблизи въебет. Дальняк у нее такой, типа. Ну, нам, да, ну, Ну, понятно, что блядь, ну, въебет. средний. Ну, ладно, давай 50 на 50. То есть она убьется в среднем. Ну, я не знаю, я хуй знает, задумано, блядь. Ну, смотри, можешь озвучить, что у тебя есть по информации, в принципе. Ну, по сути, у меня есть то, что нет прицела, то, что меньше 30 патронов, и получается, что это, скорее всего, пистолеты, меньше 30 патронов. Ну, если бы был прицел, то можно было подумать, что это АВП или что-то такое, но нет. Значит, скорее всего, просто пистолеты. Ну. И что оно вроде как, ну, на среднюю дистанцию. Но тут очень большой разброс по пистолетам. Ну давай. Можешь подумать, можешь спросить про цифру, хуй его знает. Я не знаю, что тебе даст это. Но есть ли цифра, мне почему даст? Есть Да, ли цифра в есть. названии? Есть. Цифра. Ну это уже отсеивает. Раз, два. Раз, два, три. Подожди. А ты спросил про Четыре сумму одно. как? Как ты про сумму спросил? Я про сумму не спрашивал. Не спрашивал? Ну Они ладно. все до 1000. Все пистолеты. Ну ты не спрашивал про Ну. сумму у меня вообще. Нет, я не спрашиваю. Ну а смысл, если я знаю, Ну что это? смотри сам. Или ты, блядь, намекаешь, что это Нет, я тайзер? просто интересно было, ты спросил, чтобы я точно знал, какие вопросы ты уже задал. Сколько тайзер стоит? Зевс. Есть ли цифра в названии? 300 вроде стоит, что-то такое. Ну он дешево тоже стоит. Но это в любом случае вопрос меньше 1000, он должен Ну, быть чуть собственно, давай. подороже. Чтоб недолго не медлить, блядь. Давай. Твой ответ? Ну, блядь, ну стоит меньше 1000. Нет, больше. Хуяли. Хуяли. Это пизда, да? В смысле больше 1000, если все... Я что, ебаламбу? Они же все меньше 1000, Ну блядь. смотри, давай, ладно, так сделаю, типа, блядь, чтобы было более честнее. Короче, это оружие задумано, в принципе, на ближняк, но в игре можно и со средней, ну, типа, убить чела. А цифра есть. Да. Сейчас, я просто когда неудобно, типа. Ну, я тебе Потому скажу что так, перед. если когда тебе озвучу ответ, ты охуеешь просто. Просто, ну, я чуть-чуть в шоке сижу. Как так вообще? Ну ладно. Бля, как это пишется, цель, да? Сколько они стоят? Больше Подожди, а что у тысячи. нас первое? А им? Смысл? А им? Бля, Да. давай. Ну ладно, давай даем. Я просто не то оружие выбрал, ну. Смысл? Ну, у меня для типа ДМ и АИМа разное оружие. Я выбрал сейчас оружие для ДМа. Ну Давай ДМ. Так, чисто, типа, моя оплошность, просто сорян. ладно. Бля, да я хуй знаю, я не знаю.
Ну так, подожди, можешь чисто палец в небо, бля, ёбнуть. Ты меня сбил просто тем, что он стоит больше 1000, я не знаю, что стоит. Ну не знаю, давай дигу. Это твой точный ответ, 100%. Ну я не знаю, я просто не знаю, что может быть больше 1000. Ну прям знаю, давай, окей, дигл. твой утвердительный ответ, твой прям окончательный, дигл. Собственно, ты сейчас, знаешь, эти, ну, перед тем, как скажу, что это... Ты... А, блядь, там цифра есть, но я уже проебался, получается. Короче, это оружие было в прошлой серии, это XM-10-14, скорострельный дробовик. А, блядь, я забыл, тоже ёбаный рот. Да, блядь, итого счёт 0-0 пока что, собственно. Блядь. А, блядь, очень ёбаный, а я просто по патронам. Просто понимаешь, насколько это, блядь, просто, блядь, охуеть. Два раза подряд, бля, я хуй. А я почему-то вообще про дробовики не подумал. Да, блядь. Да, для ДМ. Попробуй угадать, что у меня теперь. Ну давай. Все выбрал? Давай, что? Блядь, дисциплина нахуй открыл. Так, давай. Бля, правила, ебаные, что? А, давай. Короче, это дальняя, да, у нас дистанция? Нет, значит, либо ближняя, либо средняя. Количество патрон меньше 30? Ну да. Да? Да. Угу. Да, скорее всего, да. Так, а прицел у нас есть? Ну такой. Нет. Оптически нет, да? Нет. Блять. Больше ты. Больше тысячи стоит долларов. Ну, сейчас. Но он ну, по сути, да. Да? Да? То есть прям да. Точно. То есть, если. Сейчас. Можешь посмотреть, достоять, чтобы прям... Так, больше 1000. Ебать, я такой назову, такой телефон есть. Нормально. Сейчас. Ну, как бы он стоит... Ну, нет. Сейчас, подожди. Да, больше 1000. Больше 1000, окей. Ну, цифра в названии, блядь. Нету. Короче, что я имею? Ближняя средняя дистанция. Меньше 30 патронов. Правильно, да? Я же... Так вроде задал вопрос. А, больше 1000 стоит. Ну да, да, больше 1000 долларов стоит. Нет прицела и нету цифр, блядь. Охуенно. Спасибо, баба же. Меньше 30 патрон, больше 1000. Блядь, ну это просто палец в небо, понимаешь, сейчас будет. Ну, знаешь, хочешь маленькую подсказку? Нет, не хочу, блядь. Я хочу, блядь, 2 балла себе. Сколько там вроде у нас, блядь? Сколько у нас там, блядь? Сейчас скажу, блядь. Ёпта, 3 балла, нахуй. Я хочу 3 балла, блядь, себе. За угадывание оружия без подсказки. Ну, хотя, да, не вредно, ну его нахуй. Блять, ну что это может быть, нахуй? Меньше 30 патрон. Но при этом больше 1000. Это Галил? Это окончательно? Да. Бля, брат, такой ты глупый. А что это было? Потому что, чел, ты же... Понимаешь, что пистолеты, они все до 1000. Ну, да. Я сказал Галил, да. Галил. А Галил это что? Это, ну, типа ФАМАС такого террористов. Ты еблан, у него 30 патронов. Ну, мне похуй, я просто палец в небо ебанул. Бля, знаешь, о чем ты проебался? Ну. Ты попался на ту же уличку, что я. Ты думал, что, скорее всего, что это... Ну, да. Я просто... Это ново. Я просто... Ново, блядь? Что? Что, меньше блядь? Меньше 30 и больше 1000, чем 1000. Ебать! 1050. Да ну нахуй. Ты дурак, да, пиздец. Бля. Ты мог нет, угадать после меня? Потому что я да. Так же самое, потому что это пистолет, и ты сказал больше... Не-не, я просто думал, типа, я такой я начал вспоминать, ФАМАС сколько, говорит, патрон 25, я такой, блядь, значит, Галила тоже. Покупаем, собственно, оружие, которое нам выпало. У меня это... оружием чувствую сосуды. Ну и я тоже, блядь, знаешь. Ну, хоть так. Бля, ну это... Ой, ебать, еще у меня повару, блядь. Ну, у меня пока все. У меня пока все хорошо, понимаешь? У меня все. Нет. Заебись. Ненавидно. Всех дробовиков надо было. Почему даже. Да ладно. Не, могло быть хуже, если честно. Да. Все равно неприятно. Я не знаю, может быть, мне надо было другое оружие, но я просто. Не, давай, ладно, давай сделаем по-другому. Теперь сделаем вот так вот. Теперь вот нормально начнем. Все, готов? Вот сейчас готов? Точно? Да. Ух.
Пам-п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 ам. Ну, мне хорошо, они у меня тут Бля. спавнятся, если что. Манит, чё-то. О, блядь. Сука, по башке получил. Ёбаный. Да, иди сюда, блядь, мои киллы, блядь, не забирай, нахуй, хуя. Вот все, блядь. Вот и тусуйся здесь, там никого нету, нахуй. Блядь, да ну нахуй. О, он даже в голову не с одного раза убивает. Да, представляешь, это дробовик. Нормально, блядь, картечи чисто, блядь, лицо. Карте, что? Карте? У тебя есть карте? Нихуя. У тебя карте есть? Ты, блядь, да, богач? Да, конечно. Нихуя, у меня Гуччи, слушай. Так, чисто на скидку всегда покупаю после. Нормально. Где боты, что за, блядь? Да, они внизу все бегают. Чаще всего. Сколько они? Что, у тебя редко спавнится? Нет, все внизу, блядь, на Б. Да что за дробовик, блядь? Блядь, согласен. Вблизи 55. 55 не нашел. Согласен. Давай, тварь, выйди, я знаю, что тут. У тебя хотя бы есть принцип, что у тебя сказать, а чё у меня один? У меня такой дробовик, типа, знаешь, перезаряд. О, блядь! Ебать, они все тут у меня, блядь! А ну-ка. Бля, зайти я тебе сказал, наверное, да? Бля, ебать, ты там разносишь, ты еще, блядь, не надо так. Чисто случайно. Дядя, не надо. Блядь, меня еще разъебал, Рид, блядь. Ебаный, блядь, твой рот, нахуй, Риди, блядь. Блин. 9 урона. Я ж выйду, тварь. Блядь, мне патроны закончились. Как ты тогда не убиваешь, ты прикалываешься? Я одного убиваю, все, второй меня нахуй гасит сразу. О, сюда, добрый вечер. Бот, молодой, бот. Сейчас мы подсосем. Ну, ничего страшного, блядь. В прошлый ты меня раз разъебал здесь нахуй 4, блядь. Блядь, отъебитесь. Да, только у меня оружие. Тихо, тихо, тихо. Бля, ну все, это пизда. Сейчас я зайду к нему сзади. И матом их 4. Да, да. Стоять! О! Бля, я одного только. Только попробуй забрать. Я их. О, фух, все. Я просто выхожу, он манит бам. Ну я их просто накоцал, самое интересное. Ой, блядь. Батяра. Давай ты не будешь. Да. Ну я пока лидирую. Но это еще только 7-я минута. Пока что лидирую. Давай это, знаешь что, давай ужесточим эту хуйню. У тебя же выдаются меды эти хуйни. А, и чё? Меды, шприцы выдаются же здесь, правильно? Нет. Да. Я не успею. Короче, давай их вообще не использовать. Вот это вот. Я вообще не смысл. Я просто их не смысл. Я бот просто уничтожил. Это пиздец. Я бот просто унижает по полу. Да это вообще пизда, блядь. Бля, боты что-то сильные стали. Блядь. Такая же хуйня, слушай. Отъебись, сука, тварь, блядь. Ну это пиздат, понимаешь? Это вообще пиздец. Наконец-то, блядь. Хотя бы одного, да? Да. Ну я слышу его, блядь. Пиздец. Блядь, да я его не забрал! Бля, нет, ну надо собраться, ебать. Ну это как-то залупа, блядь. Да, слушай. Чем в прошлый раз я с этого дробовика нормально давал. А вообще, я не понимаю. Да сколько? 35? Чем чёрт? Понимаешь, то, что мы размялись на инке чуть-чуть, нам ничего не дало, блядь. Блядь, как мне заебало это число? 69. Минус 69 я всем даю. Ёбаный сыр. Да, бедала, бедала. Ну, что поделаешь? Я вообще не попадаю. Просто похуй, да ему? Бля, вообще ему саим. Да нормально, вот что это за картечь? Я стреляю картечью, даже в голову не попадаю, хоть бы чуть-чуть. Такая же хуйня. Бля, я вышел, только выстрелил в воздух, блять. Он мне оп и в голову. Они плавают? Блять, их трое. Они на бегу стреляют. Да, ну это залупа ебаная. А если вообще честно? Блять, их там трое. Ё, они у меня еще все. Опа. Да, брат успел перезить. Да ты. Он успел даже перезарядиться, чтобы ты понимал. Я понял.
Ну, один где-то на Аша стоит. Да, брат, просто. Блять, а че их там так дохуя-то? Блять, меня разъебали, прикинь. Просто с нихуя. Я сейчас сзади к ним зайду. Не помню. А, зашел, блять, нахуй. Они все тут на Б тусуются. Ёбаный сыр. Это да, тоже я снимаю. Ну, бля, ну я пока лидирую, мне вообще плохо, понимаешь? Да ладно, конечно, блядь. Ты хотя бы успеешь просто выстрелить. А у меня он пока, блядь, пока он выстрелит, пока он подумает. Вообще не понимаю, вот у него есть какой-то инстинкт самосохранения моего персонажа? Не, ему вообще поебать, понимаешь? Ну, то есть нормально, что у него стреляют, он максимально долго все делает. Они на обедут. О, блядь, у меня! Бля, я одного только забрал. Блядь. Они там один на коцане, если что, ну так, типа, чисто. Да, блядь, меня сзади, спереди просто, туда-сюда. Нихуя так сразу, блядь, что, понравилось? И туда, и туда, и сюда? Не очень. Ой, блядь, он прострелом хуярит, что за хуйня? Тут они со всех сторон еще будут. Я что-то вообще никого не могу найти. Либо меня первым находит. Бля, брат, они все у меня. Какая мини подсказочка тебе, блядь. Ну все, я их все разъебал уже. Ладно, там двое еще. Блядь. Ой, блядь. Я хотел прям на спавне их убить. Ну понимаешь, тут, короче, нужно чисто в голову, так понимаю, им хуя. Вот с моим другом какая-то больше, блядь. Да, ноузумом, молодец. Ноузумом, блядь, попадает. Ой. Давай, хуило. Раз. Два. Блядь, еще третий меня заберет, нахуй. Не, в пизду его. Блядь, он без головы. 99! Куда ты, блядь? Кстати, это тот, который тебя убил, он 99, что понимал. Да, охуенно. Блять. Мне стало легче. Ну ладно, мне это, понимаешь, это такое. Ладно, не буду ничего говорить про свое оружие. Вот скажи, вот мне скажи, там пиздец оружие тебе или такое более-менее? У тебя нормальное оружие, более-менее или пиздец полный? Нет, блять, я не успел, он просто полчаса. Не, не, в принципе, которое выпало, которое выпало, которое выпало. Ну хз, я пытался распределить, просто я мне сказал, что это ДМ самое новое. Ну короче, у тебя более-менее оружие, да? Ну я бы лучше переделал кое-что. Ну я просто рассчитывал, что просто чтобы в других дисциплинах мне хотя бы набрать очки. Я его взял. Я понял. Но у меня все хорошо с оружием. Я мог его оставить на... Ну да. На другое. Да. Вообще изи. О, блядь. Ну я сделал, бля, я не знаю, правильно, ребят, я сделал или нет. Вот правильно ли я сделал или нет. Ну, для меня все зависит, будет, если я другие дисциплины пользуюсь тем оружием, которое я выбрал, то нормально. Ну если да, то... ну я просто сделал став. Лучше бы я ставил, типа, просто... Я понял. Не, я просто сделал ставки на определенные дисциплины и оружие. Не, просто мне неудобно тем, что вот я не успел. Они, типа, мало того, что они заранее стреляют, и я не успел просто до них дойти. Да. А еще ну, вот эта анимация такое. Долгая, типа, у новой. Ну да. Тут зарядка. Ну тебе нужно, так понимаю, короче, в крысу их херачить, да. О-о-о. Блять, он заебал. Блять. Ой, блять, меня заебали. Они как будто заебим, блять. Вот о. Просто я иду, стреляю, он просто бам. Они еще хилятся. Да вообще. Чисто боссы, блять. Я вот так. Я уж понимал, когда мы тут спускались, меня вот тут разъебал челик. Вот тут, блять, просто прострелом, блять. Я такая, да? О, курочка. Я курочку залутал. Уже хорошо. Они оббегают нас. Ну, это пизда. Ну, как будто очевидно, что я не успею. Ну, не знаю, не знаю. Ну, уже, наверное, да. Но все равно, все возможно. То есть, конечно, я сейчас прям не буду. Не, их там трое просто, блядь, сидит. Да не, это же не... Блядь, я же их не успеваю. Ну, ладно, сейчас. Я же не успеваю. Ебать, троих разъебал! Да нахуй. 2 очка, 2-0, бля, получается.
Два очка мое, понимаешь, и еще одно мое. Да, даже бот на втором месте. Я даже не на третьем месте. Собственно, 2-0 у нас, да? Счет уже начинается. Чисто бот фармил меня, ебашил. Так, вроде как. Да, за дисциплину 2 балла. 2-0. Че, следующий у нас аимчик, да? Собственно, следующий аимчик. Так, что у меня для аима? Блять, ну... Ну... Не знаю, вот, ребят, сейчас я вам покажу, что у меня для аима. Вот. Ну, это... У меня как бы есть вариант для аима взять, для напарника взять другой, но мне кажется, просто... Где она? По определенным обстоятельствам я лучше возьму его для аима. Ну... Хотя я бы не брал бы его, не такой. Я тоже. А где? А, во! Вот это у меня для аима, ребят. А сейчас покажу, что у меня для напарников. Для напарников у меня вот это. В принципе, два достойных оружия, я считаю. Ну, собственно, давай. Я первый, да, получается, сейчас? Давай. О, ну, let's go. Так. Для аима. Это средняя дистанция? Нет. Блять, охуенно. Стоимость больше 1000? Да. Я уверен. Наверное. Ну, прям точно. Ну, я могу посмотреть, но уверен, скорее всего, на 90%. Ну, я понял. Больше, да? Да? Больше. Хорошо. Патрон больше 30, да, у нас? Нет. Нет? Так, ну, блядь, прицела нету, да? Или есть? Есть. Сука. Ну, блядь, ну, окей. Ну, это легко, ну, это да, это очень легко. Ну, блядь, цифра в названии. Нет. Сейчас я вспомню. Это АВП. Че, ты сказал больше, ты сказал. Ты уверен? Я сказал больше, ты сказал нет. Да, нет. Я уверен, что это АВП. Точно. Серьезно? Ебать сюда нахуй, три бальчика. Ёбан. Нет, это еблан, что ли? Да, три балла нахуй. Три, нет, блядь. Еблан, это аук. Че, серьезно, блядь? Да ты ебать! Блядь, взял наебал нахуй. Ебать, ты меня наебал. Блядь, ну, кстати, ну ладно, блядь. Ну ладно, я просто думаю, ну да, я, похоже, да, я просто думал, я вспоминал, типа, ССГ и СКАР, ССГ, я знаю, что там цифры СКАР вспоминал. Там есть цифры тоже, даже у террористов, а у ВП нету. Я про УК не думал. АУК 3300. Ну, сука, блядь, ебал меня, блядь, сука. Вот, вот наебсик ебаный, блядь. Ну, давай, нахуй. Тебе твоя очередь. Так, это... На среднюю дистанцию? АУ. Бля, я даже не знаю, как ответить. Так, отвечай, да. Бля, давай прогуглю. Чё, еблан, что ли? Сейчас. Ну, чтобы тебе точно прям сказать, понял? Ну, как ты, вот как тебе, как оно было? Ну, бля, задумывалось, но... Ты какой что сказал? Перчатки. Какую сказал ты дистанцию? На среднюю. Нет. Но со средней также можно убить. Ну, типа, если постараться. Нет, но задумано не на среднюю. Задумано не на среднюю. Задумано не на среднюю. Окей. Прицел есть? Нет. Ну, как он есть здесь, бля? Но не голографический. Не, не, оптического нет. Не, оптического нет. А, так, на меньше 30 патронов. О, бля, я не помню, блядь. Давай. А, меньше 30 патрон? Да. Нет. Нет прицела. Средние данные. Меньше 30. Скал нет? Я сказал нет. Меньше. Либо 30, либо больше. Что-то я неправильно задал вопросы. Неправильно, неправильно. Я посчитаю в одну категорию, практически в одни категории. Задал вопросы, так нельзя ответить. Есть цифра в названии? Да, есть. Что-то отсеять. Ебать, тут вариантов раз. Ну, у тебя еще стоимость вроде осталась, да? А, ну стоимость. Больше 1000. Да. Пиздец. Ну, не прям, чтобы прям пизда. Так тебе, чтобы облегчить. Хм.
Но я, блядь, на это оружие ставлю ставки, блядь, просто. Сейчас, если я с ним Ну и затащу. вообще, у меня нету ни малейшего предположения, даже какая-то категория. Я Ну неправильно задал смотри, вопрос. Я задал оно вопрос создано, для этого. блядь, оно создано для ближнего, но можно и со среднего бить, то есть в игре. Но в принципе, оно создано для ближнего. Ну, это вообще Прицела хуйня. нет, цифра есть. Больше Это 30 вообще. патрон. Если больше 30. Хотя, блядь, нет, я ебал, нет, не больше 30, нет. У тебя еще есть подсказочка. Вместо 3 ты получаешь 2 балла. Ой, сколько? Один даже, блядь, вроде. Сколько А там? подсказка вообще любая может быть. Подсказка, да, любая может быть. То есть... Даже если Ну дополнительный как, козырь. это, знаешь, это будет подсказка, которая тебе, ну как, направит. Это будет Направит. связано с этим оружием, или, допустим, На я категорию, сказал на среднюю. наверное. Ну типа на Ну, допустим, категорию. смотри, вот условно говоря, я сказал на среднюю дистанцию, да, вот я могу задать вопрос, типа, на дальнюю или... Вот так я могу, по сути, любой же вопрос. Можешь, а могу, типа, я отдать тебе подсказку чисто. Ну, давай ты подсказку. То есть ты берешь подсказку, 1 балл, если что, если ты угадываешь. Да. Ну смотри. Ну, давай связан с этим оружием, не Это знаю, ты с этим какие-то оружием? особенности. С этим Связан с какими-то, оружием? не знаю, особенностями или что-то. Я не знаю. Блять, мне Оно даже... умеет стрелять. Ну смотри, оно стреляет... Давай так я тебе скажу, оно стреляет скорострельно. Вот такая подсказка. Прям в лоб нахуй подсказка, ёбнутая. Охуительно вообще, это вообще не подсказка. Но Это же оно оно что, стреляет знаешь? скорострельно, оно типа, ну, довольно, ну, небольшое оружие. Смотри, перечисли, что у тебя есть. Не знаю, ну... Я сейчас пытаюсь просто вспомнить оружие, которое бы один раз нажал и Ну вот типа... смотри, у тебя есть оно создано для ближнего, но можно и на среднее бить. И тоже такая подсказка была, но типа ближняя, создано для ближней. Стоит чуть-чуть больше 1000, тоже такая ебать нахуй, пиздец. Не больше 30 патрон, нет прицела, но есть цифра в названии. Еще подсказка, оно скорострельное и не совсем большое. Ебать, просто пиздец. Это уже получается все, это уже получается, даже если угадаю, то 0 балл, это уже просто. Не-не, это 1 балл тебе дается, в любом случае, это тоже подсказка, ебать. Ну не знаю, но у меня тогда просто сейчас пока что только ППшки. Ну. Кью? Это твой точный ответ? Ну, я не знаю, у меня либо Юм, либо Бизон как будто может так. Ну смотри, Или можешь отталкиваться от того, что оно небольшое. нет. Или MP7. Блин, давай MP7. Твой точный ответ? Да. Бля, вот я не Ну. знаю, ты расстроишься или обрадуешься? Мне похуй. Это MP9. MP9. Да, настолько ты близко был. О. На MP9 не выпало. А это что? Это типа первое оружие у КТ, если убрать МПшку. Первое прям. А, На... ну я просто еще сказал, что с ним давно не играл, поэтому. Да, но я с ним давно, ну тоже давно не играл. Ой, блядь. А Сауга, если... Подожди. Ой, бля, не, у тебя шансов Че, я только больше. выиграл. У тебя шансов больше с Саугом. Сейчас, да, я доем. Тебе, понимаешь, одна пулька в голову, все. А мне, блядь, две. Ну и что? Да, бля. Переспускаем, и, собственно, кто же выиграет? А, Б, у меня Ты что? можешь консоль нажать, просто и стрелочку вверх нажать, и все. У тебя там будет. Скажи, Да, когда. неплохо уже. Скажи, когда. Все. Ну. Все. Да. Бля, ну мне пизда, ты понимаешь? Ну, ты как бы... Бля, ну конечно, нахуй. Ноль, блядь. Ну это пиздец. Ничего не ясно. Молодец, блин. Ну да, тут. Ну нет, у тебя шансов все равно больше. Просто, так у меня в любом случае мне просто прицеливаться надо. Ну, у тебя урон больше. Скажи, Сейчас. когда Да. возьмешь. Да, неудобно, ёпта. Взял? Взял.
Не, бля. С прицелом как будто хуёй даже. Ну да, там можно, там без прицела он примерно так же стреляет. Ну с прицелом, как я знаю, он точнее стреляет. О, бля. Блять, да. Да блять! Секунду, секунду. Ну, тихо. Да, 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 да. Блядь, ну тебе, тебе просто, я тебе говорю, просто одну пульку в голову и все. Ну, блядь, ты что? А у меня две, нахуй. По такой же схеме можно и револьвер так сделать. Взял? Да. Ну, что это за хуйня? Ну, нет, бля, я ебал, я не буду сейчас играть. Давай, блядь, нахуй, ёбана, блядь. Я не хочу, ну что за хуйня? Согласен. Пачки, блядь, что за бред? Но тебе, понимаешь, тебе нужно, скорее всего, прятаться. В стратегию можешь придумать какую-нибудь. Не хочу по стратегии играть. Я хочу просто ебашить. Просто ебашить. Я хочу просто ебашить. Ой, иди в пизду, лейтенант с хп-м. Ааа. Где ты, блядь? Где ты, нахуй? Не, такая хуйня не работает. Что это? Ты чё? Ясно, чел просто прикалывается, нахуй. Говорит, я не буду играть, и хуярит мне в голову сейчас. Ну я бы не сказал, что я типа сижу на чиле. У меня не такой скилл выглядит. Я бы тоже не сказал, знаешь. Сейчас, погодь. Да. Все, ждал. Блядь, 74. Да иди нахуй! Блядь. Ну реально скажу, я типа не на чиле. Я вообще очень, я не знаю, мне надо сколько играть, чтобы я прям сказал, что я так. Блядь, мне... Блять. Мне кажется, даже если бы у тебя был нож, а у меня было какое-то оружие, все равно бы, знаешь, типа. Блять. Типа у меня сейчас просто рука чуть-чуть не в ту сторону дрогнула и все, блять. Что, блять? Не, ну это я, ну это понятно, кто выиграет уже, понятно. Блядь. Не знаю, сейчас ты можешь камбу, помнишь, с СДшкой я тоже подрался. Чё? Когда с СДшкой я тоже до 11 вел, а потом ты выиграл. Угу. Неудобно каждый раз подбирать. Да это, блядь, я не использую. Да, а, пизду тебя нахуй. Последний патрон. А, да? 93? Так, тихо. Так, давай. Тихо. Тихо. Я готов. Я тоже. Залагало. Ну, честно, залагало. Сразу залагало, страшно. Бля, давай, я... Тихо-тихо-тихо. Я стою, я смотрю вообще. Тихо! Я в пол смотрю. Я знаю, мы все, готов. Блядь, да иди ты на! Ты сливаешься с пуля летят, блядь, куда они летят? С местностью сливаешься, нечестно. Куда они летят, блядь, ёбан. Блядь, я тебе в голову стреляю, куда там? Она выше, блядь, ты понимаешь, она выше стреляет, блядь. Да, кстати, ты прям вот знаешь, что за... У тебя слева, чтобы у нас слева, справа и выше. Вот. Ой, иди в пизду, блядь. Самоутом. Да иди нахуй, блядь, ну дай мне выиграть уже наконец. Да че, вообще выиграл в тот раз такой просто... У меня даже боты выиграли, я даже третье место не занял. Все, let's go. Блять, иди нахуй! Бля, ну ладно, давай сейчас я сяду, бля, нормально. Сейчас погодь, я возьму оружие только. Я еще не взял. У меня такие, знаешь, ручки такие прям потненькие. Давай, let's go, бля, погнали. Блять. Понимаешь, я тебе в голову три раза стрелял просто сейчас. Попал только два. Ну ладно. Брат, ты все время стреляешь. Все... Тихо. 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 Интересно. Смогу ли я камбэкнуть? Да, готов.
Да что будет обидно, если выиграешь, говно, не Блин. Да я не буду играть, если ты выиграешь. Я не буду играть. Давай, все взял. Да. Да блядь, иди нахуй! Ну подожди, тебе только два раунда осталось, мне еще дохуя хуярить. Не знаю, что-то уже как-то у меня брочки прямо, знаешь, уже тихо. Давай, скажешь. Тихо, я знаю. Да, блядь. Сейчас рука отдернется. Все, да. Блядь, зря это сделал, конечно. Блядь, иди нахуй, блядь. Паскуда, ебаная, что за бред? Ну да. Я. Блядь. Не, я даже если сейчас выиграю, мне все равно будет обидно без. Сейчас. Все? Да, я даже если сейчас выиграю, мне тебя все равно расстрою. А что будет, если ничего? Один раунд играем просто, блядь. Кто выиграет, нахуй? Да. Сейчас погодь, я возьму. Взял. Блядь, нет! Нет! Блять! Но я бы не сказать, что я рад. Ну, блядь, 2-2. Счет 2-2 у нас. 2-2. 10-6, ну, 6 раундов всего. Блять, я хуею. Просто, чтобы я стрелял в голову сейчас. Попадал, ну, прям целился. Чё, чтобы я тебе могу открыть секрет, я всегда стрелял все. Чтобы мы не играли, всегда стреляю только в голову. Блять. Ну, ладно, у нас сейчас пока не час с тобой идет, да? 2-2 у нас счет. За выигранные 2 всего? Да, за выигранные сприн 2 балла даются. Максимально балл ты можешь получить за угадывание. 3. А так 2. 2-2 у нас сейчас. У нас напарники, да? Да. Вот, так, вот такое, ребята, уже. Просто вот реально охуенно, я считаю. Просто вот лайк за него, блядь. Ну давай. Больше 30 патронов? Нет. Есть прицел? Нет. Это на ближнюю дистанцию? Да. Как будто помогло, он как будто не помогает. Бля, ну я хуею, если ты угадаешь. Больше 1000. Больше 1000 стоит? Нет. Так. Сука. Ну я думаю, что это скорее всего пистолет, раз меньше 1000. Кто знает. Меньше 1000, да? Да. Так. Меньше 1000. Есть цифра в названии? Да. Ну как? Тут у меня сейчас есть. Ну как, бля, как это считать вообще? Это ж полное название его. Не, не название. Вот есть, вот, допустим, B2000. Вот, 2000 есть цифра, есть. Нету USP? Нету. Ну вообще в игре... Ну смотри, когда покупаешь, нету вроде. Дай посмотрю сейчас, чтобы тебе не пиздеть, спасибо. Нахуй. А, есть. Все хорошо, есть. Есть цифра. Ну. Смотри, я могу мог специально, так скажем, запутать чуть-чуть. Че, охуел, должен отвечать честно. Ну, я честно ответил, есть цифра, есть. Название. Что ты имеешь? Ближняя дистанция, верно? Да, меньше 1000. Меньше 30 патрон. Нет прицела, но есть цифра в названии. Ну, скорее всего, если меньше 1000, это по-любому. Если новый первый дробовик, он стоит 1050. Ну, это может... Ну, я охуею, если ты сейчас угадаешь, прям в точку угадай. Просто, блядь, не знаю, наобум скажешь и угадаешь. Пистолет, либо есть вариант, что это пистолет... Как у меня в тот раз нож. Вариант. И... А у ножа нет цифры же. Ну похуй. Да. Ну а если он выпадает, типа. Ну нет, там же цифры нету в названии. Просто. Когда iPhone да. Называется все. Ну да, кстати, да. Ну тогда нет, у меня типа пистолеты и Зевс. Можешь подумать. Ну я хуею, реально, ну я просто, я рот ебал тогда вообще такой снимай, блядь. Я просто охуею нахуй. Похуй, давай Зевс. Это заключительный ответ? Ну, я бы мог сказать, что это какой-то пистолет, но... Ну скажи, давай, точно ответ твой сейчас. Зевс.
Скажи мне, как? Это верно. Ты 3 балла получаешь. Ты Сука, как, сам спалился, чел. блядь? Ну да, я Ты согласен. спалился. Да, ну блядь, как? Типа, как ты, если бы ты точно угадал, я просто понимаю, что это пистолеты, но я типа Но думаю, ну кто, либо. может, я специально так говорю, кто знает. Вот он. Ну, я думал, что скорее. Ну, у меня ладно. Ну, Сука. хотя не, у меня вот были, что это пистолет, я не знал. Вот я сейчас сижу, думаю, ну, наверное, я бы еще мог подумать, что ты имел в виду, как? Я думаю, ты мог подумать, ну, что это мог быть револьвер, например. Блять, как ты зе... Ты ёба... Да в пизду нахуй, это подкрутка. Я считаю, это подкрутка нахуй. 100% подкрутка нахуй. Вот Да в голове ладно. там есть нахуй. Пиздец, блять, Зевс нахуй. Ебать того. А прикинь, сейчас это не Зевс Дигл, я наебал, сейчас это... Да, Ладно, говно. шучу, блядь, это Зевс, Зевс. Давай. Ну давай, давай. Стоит меньше 1000. Да. Меньше 1000. На ближняк. Да. Ну, нет. Ну как? Ну точно скажи, блядь. Нет. Точно не на ближняк. Нет. Количество Мы берем патронов. просто как. Я просто беру как, смотри, вот как уже задумано, по сути. Ну, короче, как оно может нанести урон, по сути, ну, чаще, как его применять чаще всего. Окей. Патрон меньше 30, да? Это надо уточнить. Да. Так, меньше 1000 стоит. Меньше 1000 стоит, да? Да. Я понял, я понял. Так, я имею не на ближнюю она. Меньше 1000. Да, меньше 1000. Угу. А, сейчас я про патроны ее поставлю. Блять, да, нахуй. Блять, я, сука, нахуй. Счет, кстати, 5-2 у нас. А, стоп, что ты задал вопрос? Количество патронов меньше 30. Нет. Я, кстати, не знал. А, может, тебе подскажет как. А цифра есть название? Нет. Ты Давай уверен? так, смотри, если Подожди, ты имеется в уверен? виду. Вот если зайти и купить, его нет цифры названия. В смысле? Вот оно называется вот так сейчас. Нету, нету. Нету? Давай Блять. так, смотри, просто давай. Это не подсказка, просто как мы просто понимаем, что когда имеем в виду меньше 30, мы имеем в виду, допустим, дробовики и, допустим, условно говоря, пистолеты. Ну, я это... Условно говоря. Не, я это понял. Мы уже обговорили, А согласен. больше 30, а если нет, то значит имеется в виду либо столько патронов, либо 30, либо больше. Окей, Вот так. окей. То есть меньше 30 патрон. Нет. Нет, да? Но стоит меньше 1000. Интересно. А прицел есть? Нет. Ну, чел, Блять. давай, чел, когда меньше 1000, у тебя априори этот вопрос уже, он тебя не интересует. Блять, сейчас надо бы вспомнить, нахуй. Меньше 1000. Тебе главное хотя бы понять категорию, ты примерно можешь представить, что это. Блять, это сложно. Но я имею что? Это не на ближнюю? Что Это не на ближнюю? нет, нет. Меньше 1000 стоит, но больше 30 патрон у него. Ну хуй знает. Слушай, я бы на твоем месте все-таки взял подсказку. Его, хочешь по 1 балл, да, нахуй? А? Так ты можешь вообще ноль получить. Ну и похуй, блядь. Ну не знаю, по мне лучше, что хотя бы один. Это Ну просто сейчас шанс подумаю, меня. если сейчас ни к чему приду, то возможно А я возьму. забыл, что у тебя Зевс? Ну Да. да хуй знает. У меня Зевс. Да хуй знает, кстати. Но я не знаю. Бля, ну это будет интересно. Бля, если меня выиграешь, я больше не буду сниматься. Если ты с этим оружием выиграешь. Ну, как будто, вот знаешь, вот, могу сказать так, что вот игра, знаешь, тебя мстит за то, что ты с дробовиками был Да когда со ебать, второй раз спавном. подряд, за что? Ну, Блять, в потому что той ты, серии блядь, проебал нечестно, нахуй в ДМ, и тут ты ничего, ну, проебал, блять. еще неизвестно, еще Причем, чтобы неизвестно. ты понимал, я на МП9 ставил просто. Я ставил все. Я мог напарник лет, но я взял, блядь, на им, чтобы выиграть, блядь. А хуй проебал, блядь. Ну да, ну хотя. Тоже Зевсом смысл Ну так да, но мне бегать, нахуй. кажется, ну Это пиздец я просто, блядь. тебя понял. Я просто бы наверху прятался. Ну да, как бы, ну хотя, ну можно было, в принципе, я думаю, на твоем месте дробовик. Ну хотя нет, тогда если бы тебе пришлось бы съем. Ну хотя нет, да, я думаю, все-таки ты. Ну просто мне кажется, если ты с МП9, ты просто бы не успел, как я их убивать. Что они голову ставят. Я примерно представляю, что это. Ну давай, мы же, я же долго отвечал, У меня есть два поэтому. варианта, что это. Ну Но давай, я... скажи, чтобы я просто понимал, что Не-не-не, я не скажу, блядь. Я это. Я не подумаю. буду говорить. Просто интересно. Подожди, нет цифры, да? Нет цифры.
не меньше 30 патронов, вот, меньше 1000, нет прицела. Блять, Но это сколько? уже априори. Блять, сколько у него Вот, да. нахуй? Сколько у него? Ну, вроде у всех пистолеты. Ну, мне кажется, это пистолеты. Потому что по стоимости. Меньше тысячи, меньше тысячи. Да, Да. потому что типа по стоимости, да, подходит. Ну, если бы ты, чел, я просто уже запомню, что новым минимум 1050, то есть это минимум. Ну, Это хорошо, давай уже я возьму 1000. подсказку. Подсказку в студию. А, ну, это, ну, хорошо. От меня или ты сам От, от тебя, от задашь? тебя. Пусть от тебя будет. Любая Смотри. подсказка. Ну, я думаю, что, скорее всего, это будет подсказка в лоб, но я думаю, ладно. Ну, можешь дать такую, прям, которая издалека. Просто я, у меня Просто два я оружия знаю, есть, просто я которые я знаю, думаю сейчас. я могу сказать прям подсказку такую, ты сразу прям моментально поймешь, что это. Ну, смотри Прям, сам. ну... Смотри на твой выбор, блядь. Мне как бы без разницы. Тут уже зависимо друг от друга. Бля, ну тут я просто не знаю, даже еще как-то по-другому в любом случае. Сейчас я подумаю. Нахуй! Бля, ну хотя нет, вот как бы я, какую бы я подсказал, ну не знаю, ну, знаешь, вот, ну логично. Ну, мне в данном деле, случае один балл какую... только дается. И будет Не, не, 5-3. не, ну не, я просто, я не, даже просто, знаешь, чисто для интереса, знаешь, вот какую бы я сейчас не задал подсказку, то, ну, нормально, на самом деле, не тупую, знаешь, там, типа, это оружие было изобретено там в каком-то таком-то году, это... А хотя я не помню, это вроде французское, сейчас я хочу просто вспомнить, вроде французское или нет. Ну, не знаю, так ты вряд ли угадаешь, просто сейчас интересно для себя чисто. Бля, ну я думаю, я не помню просто, сколько у этих двух оружий. Ну, я помню у одного оружия, сколько патрон, а сколько у второго, я Не не хочу, помню. просто скажи, пока я не сказал подсказу, просто что я не буду играть правильно. Просто что ты сейчас не умеешь. Просто интересно. Я мячусь между 5-7 и Dual Berets. Между беретами и 5-7. Но я не помню, сколько у 5-7 патрон просто, и все. Вот беретов вроде я помню, а... хотя точно тоже нет, а 5-7 не помню. Это итальянская компания. Нахуй! Ну, не знаю. Итальянская компания? Это твоя подсказка да. мне? Ну, не знаю. Хочешь такую, могу другую, да. Ну, нет, твой... такая под... это подсказка я была. Я не знаю. Ну, блин, давай, чтобы для интриги... Ну, я не знаю, ну, просто... Не, нет, просто скажи, это подсказка, просто... если подсказка, то окей. Это засчитывай за подсказку. Сейчас. Итальянская компания. Да, да, будет подсказка. Ну, как хочешь, смотри. Ну, просто мне неинтересно, так-то я сразу, ты сразу тогда что-то. Окей, давай. Че, другую подсказку? Алло. А. Другую подсказку будешь давать? Нет. Ага, я думал, я уже надеялся. Ну не, ладно, ну, это был итальянская бы блок, компания это, да? Да, это, ну это нормальная подсказка. Но чисто, блядь, 5-7, блядь, по-итальянски как-то ебано звучит. Вот Dual Beret, ну, это береты, я... береты, нахуй. Мой заключительный ответ — береты. Прогуглил? Нет, я просто, блядь, ну, наобум сказал. Да, ты угадал. Yes. Ну, блядь, один балл, нахуй, ебать. 3-5, ебать. Я просто хотел сказать, типа, знаешь, это оружие не в две руки, или там, это оружие одно, но два, типа... Да, блядь. Это был... Ну это да, было бы сразу нахуй. Ну просто я не помню, сколько 5-7. Своего 5-7 20 патрон. Или 20, или что-то такое, не блядь. Знаю. Я не помню просто, правда. Собственно, понятно, кто уже выиграл опять нахуй. Снова, блядь, в этой, блядь, серии. Не его. Знаю, если ты выиграешь, а если ты выиграешь? Где нахуй, блядь? Ну и что? Напарники. Ну если я выиграю 2 балла, 5-5. Мы идем снова напарники, понимаешь? Давай вот так, за бомбу не мы знаю. Не считаем балл, верно? За бомбу мы не считаем, чисто за киллы. Нет, это просто для общей. Да, хотя, ну, нет, там ну, просто счет, все... тебе тоже счет же дается общий. Мы просто типа за киллы ебашим. Не, ну, нет, а мы играем на счет, а счет тогда играет вроде. Ну, блядь, ну тогда, блядь, я тоже, я могу сейчас взять бомбу и ставить ее, понимаешь? Такое. Да. Ну, блядь, так просто честнее. Давай, бать. Да, у тебя есть шанс все. А еще будет рашить. Ну, собственно, уже все проиграно. Может обходить. Я это понимаю.
Рашить будет. Пятнадцать секунд осталось. На улице он. Туннель будет, скорее всего. Так и знал. Бля, ну это было бы красиво, это было бы пизда красиво. Я, ну, был, я бы мог, но... Бля, ну все равно, nice try. Ну я лох. Че, за бомбу считаем или нет? Ну мы считаем счет, чел, в любом бомбе. Хорошо. 4-0. То, что если считать по киллам, ну не знаю, потому что по киллам, например, условно говоря, у меня может быть будет шанс, у тебя может быть не будет шанса, но по счету у тебя может быть шанс. Да, блядь, ноль нахуй, просто ноль. Ну, не знаю, смотри, вот сколько, я не знаю, сколько я за... Но я на самом деле что-то мало баллов получил, с чем что я бомбу заложил. Она вообще учитывается разве? Да, два балла дается. Чего, блядь, за килл? Блядь, что? Ну у тебя было два за убийство и два за бомбу. Это мало, не? Ну... Авик, авик там, АВП, там же. Чё, блядь, ну то долбоёбский хаммер сраный, блядь. Чё за хуйня, блядь? Блядь. Я, кстати, не знал, что так. Короче, мне надо что-то думать, мне надо что-то думать. Ну, бомбу, на. Да не, похуй. I go sleep. Ой-ой-ой, блядь, ой-ой-ой. Ай, босс, блядь. Ну дайте, вот СВП теперь хуй знает, мне кажется, вы сейчас вы всех будете сразу, блядь. Хуйня, мне кажется. По факту, даже когда ты скроллишь, это тоже слышно. Такой шанс был! Такой долбоебизм. Просто такой шанс был, ебаный сэр. Да, да, 7000 рублей, знаешь, 7000 стоит как бы это. Да, я не хочу играть с дабл. Ну, а я не хочу зевсом, ну нужно, бля, понимаешь? Ты в любом случае уже, понимаешь, выиграешь. Да, ну там АВП я рот ебал, надо с тобой идти. Ты хочешь мой киллы спиздить, что ли? Нет, я хочу просто не умереть. Алик, он там. Здоровски. Я твою маму. Тебе надо бежать, короче. Вот смотри, вот прям бежи. Тихо. Блять. А ты стрельнул уже? Нет. Нет? Нет, не успел. Я нажал в тот момент, когда он прицелился. Тут на самом деле даже вот у меня, а у нас при этом счет. Ну у тебя счет, да. Понимаешь, какой счет? Прикол в том, что вот пока у него ВП, он у нас с собой, как бы не очень выгодно. Ну да. Бля, надо бомбу, надо что-то бомбу, надо купить бомбу. Ну ты ему, я придумал, а спасибо, блядь, еще так надо даже. Бля, ну что ты? Бум, сюда! Сколько мне дали? Два, блядь, ну охуенно. Ну то есть по факту как за стандартное убийство. Да, да. Я выкинул. Он нашел. Да, он лежит, блядь. А он, а, не успел. Фу. Блядь, ну ребят, за такое хотя бы лайк, хотя бы за один килл, нахуй, ебаный сэр. У них столько денег, брат. Ну да, у нас тоже немало. Да. Блядь, ну это хотя бы один, блядь, просто. Ну, шансов нет, если, конечно. Если, допустим, челика, то я огня. Ну, не знаю. Ну, наверное, тоже считается. Вот есть флешка? Флешка есть? А я уже последний попал. Я понял. Ну, блядь, конечно, без прицела, конечно же, блядь. Сраная дерьмо. Бля, так хочется, ну, с АВП взять и так их отъебать просто, блядь. Да просто любое оружие, блядь, взять и просто отъебать. Чем ты прикалываешь? Ой, вот еще вот это вот... Ай, ой, блядь, все. Да. Дай-ка попробую кое-что. Обойти, типа? Ну, типа того, да. Блядь, где?
Блять, ну, дабл берет, и я рот ебал. 36. Тихо. Ну, как бы видишь, на самом деле, разница-то небольшая. 2 кило, чел, ты понимал? Поэтому я говорю. Бля, такой шанс был хороший сейчас, ну ладно. Ну, собственно, тут в любом случае уже понятно, кто выиграл, да? Ну, понятно. Знаю. Ну, понятно, кто выиграл. Мы сейчас за тебя хозяин. Ой, ранг. Это шо глобал, блядь. Бывший глобал, брат, я вообще так-то глобал. Да, я так-то вообще, блядь. Ага, ну типа. Чел, да, ну конечно, подожди, сейчас подожди, да, блядь. Сейчас нахуй, блядь. Не, будь. Если бы они разъебали нас дабл беретами, вопросов бы не было. Да, но он с глоками разъебал. Сейчас напиши им одну весточку, нахуй. Похуй. Собственно, блядь. Счет того 7-3. Ёбаный рот. 7-3, почему 7? Потому что было 5-3, сейчас 2 балла тебе еще за выигранную. Блять, 7-3. Счет побед 2-0 просто. В сухую меня ебашит. Охуенно, челик ты придумал. В сухую меня ебашишь. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Все ссылочки в описании, телеграм-канал на ваших экранах. Вот такая серия получилась по колесу фортуны. Блять, я посасываю просто пока что. Но еще, я думаю, будет шанс у меня отыграться. Будет шанс. Телеграм-канал, там инсайдики, кстати, и уведомления о видео есть. Никакой рекламы, вообще ничего нет, просто реально уведомления о видео и инсайды иногда. Редко инсайды и чаще всего уведомления о видео, чтобы вы вовремя всегда в ту же секунду видели, когда выходит видео, и посмотрели одним из первых. В принципе, все, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вам не сложно, не приятно, ваша поддержка, спасибо еще раз. Спасибо за просмотр, еще раз, да. Увидимся в следующих играх, прохождениях, либо также в Колесе Фортуны. Давайте.